ваши аплодисменты. Второе место Раис Шаехов. Он приглашается на сцену, награждается памятными подарками, дипломом, медалью и специальным призом от Федерации легкой атлетики. И первое место и звание победителя среди мужчин до 40 лет полумарафон завоевал Нариман Таузари. Ваши аплодисменты. Первое место. Нариман Таузари. Первое место. Мужчины до 40 лет. Второй легкоатлетический полумарафон. Спасибо большое. Мы провожаем наших победителей и призеров и продолжаем церемонию награждения. Мужчины в возрасте до 45 лет. Первое место Ирик Галиев. Друзья, ваши аплодисменты. Ирик Галиев, первое место. Мужчины до 45 лет. Первое место Ирик Галиев. Друзья, все те, кто не участвовал в забегах, большая просьба подвигаться к линии старта, потому что сейчас будет дан последний старт массового забега. Ирик Галиев, к сожалению, ушел, друзья, мы продолжаем. Итак, мужчины до 50 лет. Третье место Александр Кирьянов.